Так, я досчитаю до трех. Если ты не выйдешь, будет еще хуже. Раз, два, три! Шпинель, что ты здесь делаешь? А? Вау, снегопад! Какая красота! Я никогда не видела снега. Лолбит, я давно хотел тебя спросить. Да, я тебя слушаю. Мы с тобой вместе уже 6 лет. Лолбит, ты выйдешь за меня замуж? Ты шутишь? Я ждала, что ты спросишь. Да. Эта ночь становится все более и более интересной. Итак, жемчужина, что ты собираешься делать на свадьбе? Так, теперь пройдемся по списку. Лолбит помогут подготовиться, Рарити, Птица Стелла и Мангл. Фантайм Фокси помогут, Голден Фредди, Король Дайс и Дьявол. Мы с Аметистом поможем одеть детей. За декорацию отвечают Билл Сайфер, Пинки Пай, Баттерфляй, Чак и Марко. Франсуа споет песню на свадебном концерте. Об остальном позаботятся другие ребята. Также нужно найти Джейка Лонга, Мышонка Джерри, Фокси, Старого Фокси, Фантайм Фредди, Шпинель, Шляпника, Ванилопу, Короля Кэнди и других. Итак, жемчужина, как продвигается свадьба? По-моему, вы, девчонки, заработались. Не переживайте, скоро все случится. У нас есть еще 30 минут до начала церемонии. У меня есть время, осталось еще немного. Наверное, одной ленты будет достаточно. Мне нужно позвонить доктору Балоре и скажи Франсуа, чтобы он отрепетировал концертный номер. Шпинель, я здесь! Очевидно, времени достаточно. Боялся, что я опоздал на свадьбу. Привет, сестра! Привет, брат! Не бойся, еще 30 минут до начала церемонии. Ты готов к встрече, Франсуа? Церемония начнется через 5 минут. Не опаздывай. Позже. Итак, милорд, каков ваш план? Я могу только сказать, что эти идиоты недавно сыграли свадьбу. И я думаю, что вы должны быть готовы. У вас есть план, милорд? Не беспокойся, мой друг. Твоя месть скоро кончится. О планах. План будет немного другим. Nightmare Moon, Shadow Bonnie и Turbo. План состоит из этапов. Первый. Найти чертов камень. Второй. Забрать чистую душу. Третий. Открыть портал Темного Лорда. Я считаю, что душа маленького ребенка идеально подходит для этого. Но сначала мы должны подождать. Я все объясню позже, когда придут остальные. А как же ребенок? Как мы его заберем, если взрослые будут везде? Нам нужен запасной план. Не беспокойся, я всегда на шаг впереди. Скоро все изменится.